Пригласим куколку на новую роль. Умоем личико. Нанесем тени. Нарастим реснички. Подчеркнем губки. Завяжем узелок. Разделим ткань. Обмотаем юбочку. Дополним зеленью. Бабочка подарит крылья. Стихия Земли выглядит потрясающе. Где моя крошка? Остался только цветочек. Я знаю, что случилось. Я видела, как деток забирает колдунья. Ага, земная стихия. Стихия огня тоже будет моей. Мы должны сообщить другим стихиям. Где моя малышка? Девочки, наших детей украла колдунья. Она выглядела вот так. Как ее найти? Нужен план. Достанем рамочку. Захватим пробковую накладку. Пригодится роллер. Прикрепим к подставке. Используем булавки. Что же задумали стихии? Прикрепим фото. Мою детку украли первой. Потом мою. И мою. Добавим еще снимки. Кого не хватает? Кому дальше отправится колдунья? Пиши догадки в комментариях. Вода! Стихия воды в опасности! Только не это! Мы должны ее предупредить. Полетели к ней! Успеют ли девочки? Я готова к преображению. Подчеркнем глазки. Понадобится пастель. Добавим жабры. Подберем наряд. Вырежем плавник. Украсим наряд стразами. Затонируем ракушки. Стихия воды выглядит просто неотразимо. Переместимся на морское дно. О нет, кто ты? Колдунья нависла над кроваткой. Последняя стихия. Стой, не тронь ее. Ты не сможешь мне помешать. Сейчас увидим. Получай. Злодейка победила. Отпусти меня. И не подумаю. Моя малышка. Стихии опоздали. О, нет. Она уже добралась к воде. Я тебя развяжу. Спасибо, огонь. Моя девочка. Мы их спасем. Но зачем колдунье детки всех стихий? Возьмем стенд для украшений. Снимем лишнее. Захватим коробочку. Зафиксируем заготовки. Постелим матрас. Украсим подставку позолотой. В такой кроватке поместится много малышей. Что же задумала ведьма? Я тебя не напугала. Прости, крошка. Я всегда мечтала о детишках. Мои вы милые. Проголодались. Где мой посох? Еще чуть-чуть. Вот и бутылочки со смесью. Всем по очереди. Вкусненько. Это тебе. Какая прелесть. Вам пора спать. Баю-бай. Открутим колпачок. Выберем бусинку. Соединим заготовки. Вставим линзы-кристаллы. Получился бинокль. Испытаем его в деле. Девочки собрались в королевстве огня. С помощью бинокля точно получится разглядеть колдунью. Я полетела. Так, нужно подняться выше. Тут ничего не вижу. И здесь. О, вот она. Сейчас ты получишь. Ой, птица.
Нет, падаю. Мои вы милые. Они нашли меня. Нужно бежать, пока она не очнулась. Ох, моя голова. Подготовим бумагу. Подпишем листочки. Приклеим стразы стихий. Распечатаем кристаллы. Соберем страницы в блок. Настоящая книга магии. Подвесим замок на цепи. Какие тайны хранит книга? Девочки ждут новостей. Я вернулась. Ты нашла ее? Да, но ей удалось убежать. Нужно действовать. Нам нужна книга магии. Я знаю, где ее достать. Сундук. Заглянем. Нашла. Нужен ключ. Он у меня. Нужно объединить силы, чтобы одолеть злодейку. Наши кристаллы. Теперь нужен котел. Направим туда наши силы. Что-то происходит. Получится ли у девочек обрести суперсилу? Цветущее дерево. Захватим веточку. Соберем кристаллы. Покроем прозрачным лаком. Обмотаем шнурочком. А вот и воздушные крылышки. Бабочка готова. Кристалл земли. Сила воды. Посох четырех стихий обладает фантастической силой. Вручим посох мамочкам. Я ей покажу. Отойди от детей, злодейка. Нет, они теперь мои. Что? Мы их мамы. Никому не отдам. Посох тоже мой. Теперь я всемогущая. Получай. Она слишком сильна. Но берегись. Девочки, я отомщу за вас. Огнетушитель. Ага, было легко. Получай. Посох у нас. Что же будет дальше? Соберем воздушный пластилин. Слепим котика. Добавим хвостик. Обваляем в шерсти. Милые лапки. Зеленые глазки. Кто станет моей новой хозяйкой? Я не сдамся. Мои силы со мной. Кто же сразится с колдуньей? Вызов принят. Мы в тебя верим. Нет! Ох, что со мной? Мамочки! Детки, вы в порядке? Я так скучала, крошка. Мамы с малышками воссоединились. Я просто хотела о ком-то заботиться. Это правда? Ох, простите. Я мечтала о детишках. Давайте ей поможем. Сюрприз. Котик, я буду тебя любить, мой пушистик. Беги, поиграй. Поймаем катушку, раскрутим проволоку. Выберем бусинки. Наполним формочку пластилином. Польем глазурью. Еще слой и верхушка. Украсим заготовку. Сладкие леденцы. Эффектный тортик станет изюминкой праздника. Наш план сработал. Колдунья больше никому не навредит. Стихии празднуют победу. Ура! Ура! Детки играют на полянке. Хотите прокатиться? А вот и наша гостья. Я не одна. Рады видеть. Я принесла подарок.
Вау, тортик! Очень вкусно! Леденец! Котик! У этой сказки счастливый конец. Вода пытается поймать любимую рыбку. Постой, но куда же ты? Мы собирались в парк. Русалочка бросилась в погоню. Наконец рыбка устала. Фух, поймала. Лалилу, скорее в мастерскую. Берем на нос скотч. Удивительный материал. Наносим маркер. Вот и рыбка. Заклеиваем края и надуваем. А внутри плавает рыбка. Подвешиваем цепочку. Вау, прочная сумочка. Так приятно жмякать. Какой необычный аксессуар. Держи, твоя переноска. Проблема решена. Теперь рыбка всегда будет рядом. Вода пришла в парк. Ух ты, какой хорошенький. И очень дружелюбный. У меня рыбка, но уже задумалась о крабе. Эх, мою бы научить так слушаться. У тебя все получится. У нас все впереди. Берем помпончик. Лепим мордочку и ушки. Прибежали комочки, это лапки. Пара голубых глазок. Носик. Какое необычное создание. Воздух и вода приплыли в парк отдохнуть. Вдруг русалки услышали писк. Ой, кто это? Бедняжка. Зверек застрял на дереве. Как ему помочь? Подсади меня. Еще выше, ну. О-оу, русалочки упали. Зверек сам спрыгнул им на руки. Ой, ты грязнуля. Пушистик отряхнулся. А, я вся в грязи. Не беда, используй свою силу. Такой милашка, назову тебя Моуи. Ребята, а какое животное вы хотели бы завести? Пишите в комментариях. Файра, почему ты грустишь? У меня ужасная прическа. Лалилу поможет. Распустим ленту на нити. Стрижка. Украсим прическу стразами. Идеально. Красный хвостик. И огненные плавнички. Добавим большой плавник. Украсим хвостик кристаллами. Стихия огня выглядит просто потрясающе. Русалочка хозяйничает на кухне. Нужно успеть накрыть стол. Зажжем свечи. Так, сверимся с рецептом. Слегка подогрею. В холодильнике были яйца. Отлично. Жарю яичницу на тост. Что же делать? Тише, тише, я все улажу. Ну вот, сбавили пламя. Ты моя спасительница. Ерунда, угощайся мороженым. Стихии всегда помогают друг другу. Лалилу, поможете преобразиться? Конечно. Начнем с волос. Закрепим длинные пряди. Подготовим материалы. Щелк, новенький хвостик. Вырежем плавничок весь в травке. Соберем цветочки. Вау, хвостик расцвел. Украсим лиф. В волосах цветочный веночек. Русалочка-земля знает, чем нас удивить. Хочу создавать красоту. Начнем с посадки семян. Распределим в грунте. Вау, как быстро взошли цветочки. Прелесть. Вдруг чей-то хвост снес всю клумбу. Это примчалась сестренка воздух. Фу, вот это разогналось. Тебе очень красиво. Спасибо, сестричка, помогла мне собрать урожай. Держи, это тебе. Вау, какая прелесть. Спасибо, ты чудо.
Так-так, берем пипетку, сбросим колпачок. Какой цвет? Красный. Блесточки. Пара деталей. Огнетушитель справится со случайными возгораниями. Вода с огнем, приплыли в лес. Время пикника. Разведем костер и пожарим зефирки. Девочки принялись собирать хворост. Мы не взяли спичек. А твоя стихия? Точно. Парень-вода тоже в походе. Девочки, можно присоединиться? О, конечно. Угощайся зефирками. Спасибо. Давайте сыграю вам на гитаре. Вау, как чудесно. Вода решила действовать. Так и тянет в пляс. Эй, как это понимать? От ее эмоций костер разгорелся сильнее. Спокойно, я захватил огнетушитель. Ой, осторожно! Пыл Файры спал, девушка успокоилась. Обрезаем баночку газировки. Обклеиваем армированным скотчем. Полотно совка. Обрезаем кисточку. Приклеиваем черенок. Целый набор садовых инструментов. Испробуем их в деле. Земля вырастила чудесный подводный сад. Столько работы вложено, но еще предстоит покопаться. Лопатка мне в помощь. Кыш-кыш, крабик. Взрыхлим землю. Что теперь? Польем цветочки. Моуи наблюдал с дерева. Пушистик принялся рыть грядку. О нет, моя посадка! Моуи, проказник! Вот ты где, живо на ручки? Сори, он такой непоседа. Ничего. Хочешь помочь с садоводством? Давай вместе. Ю-ху! Сестры объединились и принялись вместе восстанавливать сад. Стихиям все по силам. Выбираем морские камушки. Собираем столик. Украшаем кораллами. Повсюду яркие водоросли. Рядом удобный стульчик. Подводный столик для макияжа поможет навести красоту. Вода ждет сестренок в гости. Ах, какая же я красотка! А вот и мы! Я захватила твистер. Класс, будет весело. Но сперва прихорошимся за моим столиком. Файра, сделаю тебе прическу. Вау, мне нравится. Ага. Очередь воздуха. Есть пожелания? Хочу легкий мейк. Румяним щечки. Милашка. Вау. А теперь время твистера. Хи-хи, мой ход. Сестрички здорово повеселились. Бах! Берем крепление шарика. Покроем баночку лаком. Выстроим трубки. Добавим ракушек. Финальный штрих – свечки. Морской подсвечник украсит интерьер. Парень решил удивить возлюбленную романтическим ужином. Ой, забыл свечи! Теперь все готово. Дорогая, не подглядывай. Сюрприз! Вау, как красиво! Я старался. Хе-хе. Непорядок, свечи не горят. Упс, не получается. Поручи это огненной стихии. Взмах хвостика, свечи зажглись. О, ты просто чудо! Пара чудесно провела вечер. Берем гончарный круг, разминаем глину. Воу, как быстро! Гончарим кувшинчик. Крепим ручку. Расписываем узорами стихий.
воздух прилетела в далекую пустыню. Какое грустное место. Нужно рассказать девочкам. Сестренки, я нашла совсем опустошенные земли. Нам нужно их оживить. Русалки решили создать кувшин с водой. Я позабочусь о глине. Я обожгу пламенем. Я налью водичку. Excellent. А я помогу отнести. Воздух полила пески из волшебного кувшина. На месте пустыни райский оазис. Место наполнилось зеленью и зверьками. Как чудесно! Стихии дарят миру жизнь и красоту. Превращаем заклепки со стразами в волшебные кулоны. Что это на нем? Символы? Заточим огненную силу в кулоне. Подбираем красивую цепочку. Каждый медальон заключает в себе стихию. Добрая волшебница готовит подарок ко дню рождения 4 очаровательных малышек. Птички, летите ко мне! Нужно подготовить нечто особенное. Попробуем смешать ингредиенты, как в древнем рецепте. Спасибо, крылатая помощница! Осталось добавить секретный компонент – магические способности. 4 разных кулона, в которых таится волшебная сила. С ними, малышек, ждет великое будущее. Кто там? Малышка, иди к нам. Она выбрала голубую краску. Крошка знает о воде все, ведь это ее стихия. Ее стихия – земля. Огненная малышка выбралась из мешочка с углями. А поток ветра развеял перышки. Воздух. Каждая девочка наделена особыми способностями. Мамочка нянчилась с детишками. Мне показалось, словно пронесся ветер. Приветики, славные крошки. Это ваша фея крестная. У меня есть несколько подарков. Поднос? Спасибо, но это довольно странно. Да нет же. Каждый наделяет обладательницу силой стихии. Стоило взрослым уйти, как детки начали вовсю знакомиться с новыми талантами. Земля помогла распуститься цветам. Воздух взлетела на верхнюю полочку. Огонь с водой тоже нашли развлечения по душе. Шло время, и спустя несколько лет из крошек выросли прекрасные юные воплощения всех стихий. Кукусики! Бабочка принесла фатин для юбки. Платьице выглядит безупречно. Весь образ девочки украшают цветы. Обручи с фоамирана украсим розочками. Очаровательная стихия земли готова помогать людям. Малышка-земля приехала в гости к любимой бабушке. В деревне можно хорошо провести время. Бабуль, как делишки? Да вот незадача, посевы в этом году не взошли. Ой, я знаю, что делать. Внучка решила применить свои суперспособности. Благодаря стихии земли огород любимой бабушки вмиг преобразился. Внученька, вот чудеса! Все будут сыты и счастливы. Отмеряем детали для оранжереи. Собираем каркасы рам и стенок в небольшое помещение.
Застеклим окна прозрачной папкой. Распечатка кладки заполнила пол. Закрепляем дверцы на петли. Каркас порос мхом, лозой и цветами. Полочки для растений. Здесь вся зелень наполнена жизнью. Любимое хобби малышки Земли – проводить время в своей оранжерее. Ухаживать за цветами и выращивать любимые растения – что может быть лучше? Девочка погрузилась в работу. Здравствуйте! Можно к вам в гости? У вас так чудесно! Позвольте провести экскурсию для детишек. Конечно! Детишки бросились изучать растения. Прошу прощения, они такие непоседы. Дети, все за мной. Продолжаем маршрут. Excellent. Примите в подарок диковинный цветок – мухоловку. Спасибо, как интересно. Ого, такого чуда в моей коллекции еще не было. Стихия огня переоделась в оранжевое боди. Превращаем органзу в юбку из языков пламени. Дополним образ пояском. А пара огоньков с глиттерными краями украсили вырез. Туфельки в тон. Пламенная диадема. Какой оригинальный лук! Воздух и вода проводят время вместе. Смотри, какая у меня куколка! Класс! Дашь поиграть? Потом когда-нибудь. Нет, сейчас! Девочки повздорили. Все вмиг замело снегом и покрылось льдом. Ясно, девочки в ссоре. Придется применить силу амулета. Воздух. Все дело в куколке. Ага. Держи. Какая красивая. Спасибо, огонь. Осталось прибраться. Это я мигом. Тепло растопило лед в комнате и между сестрами. Обещаем больше не ссориться. Пластиковая бутылочка превращается в мангал. Фоамирановые детали послужат боковыми гранями. Теперь черная и матовая. Не обойтись без решетки для гриля. Украшаем мангал винтажными вставками. Палочки станут ножками. Все готово к пикнику. Девочки веселятся и наслаждаются отличной погодой. Семья решила закатить большую вечеринку. Диджей-сет! Ловите ритм от фаер-бомбочки! Чур я на вокале! Обожаю подпевать сестре! А воздух поддержала девчонок, исполняя шоу пузырей. Мама с папой в восторге от импровизированного концерта. Теперь бы хорошенько подкрепиться после яркого выступления. Как насчет хот-догов на мангале? А вот и земля подоспела к обеду. Девочка привела двух очаровательных бобров. Ох, проказники! Увидев бревна, схватили их и потащили в лес. Огонь в мангале без бревен не развести. Поможем папе! А огонь дала искорку. Семейка останется довольна.
Пенополистирол разделяем на детали. Собираем каркас аппарата для воды. Обклеиваем стороны металлизированным картоном. А часть ручки послужит дозатором. Каждый найдет газировку на свой вкус. Сегодня выдался неимоверно жаркий день. Но даже для огня становится слишком жарко. Хотите, я подую на вас свежим ветерком? Было бы здорово! Вот так сила! Нужно придумать что-то другое. Малышке в воде приходит свежая идея. Аппарат с газировкой. Круто! Теперь девчонки могут охладиться и насладиться теплым днем. Вырезаем фоамирановый огонек. Дополним боковыми стенками. Мини-клей, ватные палочки и флеш-тату. Огненная косметичка сверкает глиттером. Огонь решила устроить сольный концерт. Приглашены все. Но на входе их ждет маленький сюрприз. Всем гостям малышка делает классные рисунки на теле. Давай руку. Круто! Девочки поочередно выбирают флеш-тату. Кому еще не досталось рисунка? Хочу сразу несколько. Запросто. Ребята веселятся под зажигательные песни «Малышки огня».